Сначала надо, чтобы кто-то подарил мне лайк. Можно немножко пены убрать, убрать, да, пусть паузу сделаю. Но здесь все-таки недовольны. Красоту ли делать это красиво? Показывайте, что вы действительно жаждете этих лайков и байкеров. Это на самом деле самая большая пенопушка в Питере. Я не знаю, как мы сюда ее вытащили, но мы вытащили. Давайте все вместе поаплодируем нашим дорогим сексуальным мощницам Хольгерс Фэмили. Спасибо большое, девчонки. Сейчас вам выдадут тряпочки. Байки должны быть идеально натерты, так что это не конец вашей работы. Дайте какие-нибудь полотенчики, ручнички там, не знаю. Просите наших других коллег с бара «Слона» ручников немного. Бармены знают, что такое ручники, они, я думаю, поймут. Давайте сделаем проще. Все, кто хочет сделать фото около байков, подходите, фотографируйтесь. Главное, не садитесь, пожалуйста, потому что есть примеры. Все, кто хочет фотографироваться на пенном байке около него, подходите, фотоитесь. Или с девчонками тоже можно, почему бы нет. Самое сексуальное фото месяца. Она не кусается, не бойтесь. Очистить в мутике от пены, а ваши души от счастья, потому что каждый сейчас немножко пофантазировал, и это правильно. Потому что у нас идет маленький фьюз или просто пауза, и буквально через 15-20 минут мы расскажем вам, что такое кастом байки. Потом, возможно, проведем конкурс, скорее всего, сделаем это, и сделаем это красиво, так что далеко не уходите. Ну а вы, девчонки, далеко вам не уйти, вам еще мочки чистить. Oh yeah. Holy Davidson Days! Make sure that he gets the share. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees. Keep him pleased, rub him down. Be a lady and a freak. Итак, дорогие девушки наших Хулиган Girls, я хочу попросить одну из вас пройти в палатку бара «Слона» и набрать ручников там. Бармен знает, что такое ручники. Возьмите штук 20, нам нужно протереть мотоцикл, да. Остальные танцуем, девчонки, никого не стесняемся. Это Харли Дейс.